Я жарил, а вот, возможно, пахнет мясом. Да. А вот, возможно, голова может. Пахнет мясом. For weeks, the Ukrainian military have been under siege at Luhansk airport, surrounded by separatist fighters who are desperate to take control of the strategically vital airstrip. Уважаемые укропы, запомните это, пожалуйста, личико мое красивое. И мое тоже. The army regularly tries to break the siege and resupply their forces inside, a mission that often comes at a heavy price. Два танка выехало на мост, поддержка укропов, чтобы они могли добраться до аэропорта. Вот. Но у них чуть-чуть не сложилось. Вот. Мы подорвали один бетер и грузовик с боеприпасами. Выгнать эту нечисть отсюда, и да. Идти на самый Киев. Это куда они пришли? Уважаемые укропы, убирайтесь отсюда, пожалуйста. По добру, по здоровому. Кто с нами к нам придет с мечом, тот вот там и поджарится. Да, как ваши там дружки, то же самое на мосту. Только будет еще хуже. Да. Just 3 days before the Malaysian Airlines flight MH17 was brought down by suspected separatist anti-air missiles, the separatists managed to shoot down another Ukrainian military transport plane over the Donetsk Oblast. Вышла вторая, смотрю. В общем, короче, возле моих ног этот хвост упал, вот этот хвост упал. И перекрутила его, и вынесла его аж сюда. И я побежала сюда, посмотрю, самолет лежит, и все. Amidst the wreckage and a few dead bodies, locals had turned up, hoping to find any scrap metal they could sell on. Заходил с украинской стороны, шел в сторону России. На украинско-российской границе сделал разворот в сторону Украины. Взрыв, а самолет потом в пике вошел, начал гореть в воздухе и упал. Все, конец истории. Я ж говорил, блядь, пахнет чем... Вот, до горы, я ж говорил, а вот, возможно, пахнет мясом. Да. А вот, возможно, голова может. Пахнет мясом. Музей. Потом, когда мир наступит, покажем, с чем нам прилетало. With the fighting in the Donetsk Oblast increasing, once again civilians are caught in the deadly cycle of violence. An apartment block near to a rebel base in the city of Shnizhny had been hit by an artillery shell, killing 11 civilians and injuring dozens, leaving the survivors to pick through the rubble and vow revenge. Не спалось, шарился по квартире. Слышу гул, думал, ну, самолет. Только вышел на балкон, оно бахнет сильно. И вот это скопом вниз, вот это все камни, железо, вот это с балкона. Отбежал до отсюда где-то вот, женщина стояла, взял телефон. Думал, позвоню, может, ну, жене. Позвонил на свой, на ее, отключен. Жена погибла, а сын в больнице с переломанной ногой. Город Снежное был атакован украинским самолетом. Судя по тому, что самолет целенаправленно заходил именно на городские кварталы, да, это, скорее всего, была абсолютно спланированная акция. Просто тотальная война. Против них работает артиллерия, против них работает авиация, их уничтожают. И люди не захотят быть убитыми, они будут сопротивляться. Я очень на это надеюсь. Все это творит не ДНР, это все творит Нацгвардия. Они нас бомбят, а говорят, что бомбим мы сами себя. Любыми путями Донбасс отсоединится, чего бы нам это ни стоило. Сегодня погибли наши семьи, завтра будут погибать семьи Порошенко. Он завел сюда войска, он за это будет отвечать, он ответит за это своей головой. Это не снаряд, это бомба. Это однозначно бомба, причем так в пределах где-то 150 килограмм, 100 килограммовая, не меньше. Я думаю, это просто запугать население. Показать, что мы можем все, а вы ничего. Но они за это ответят. У нас ребята сильно разозлились.